В Испании не прекращаются многотысячные акции протеста против приговора по нашумевшему делу о сексуальном насилии в Памплоне. В субботу на центральных улицах города собрались более 30 тысяч демонстрантов. Это данные полиции. Они требуют максимально жесткого наказания для обвиняемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки, хотя суд назвал произошедшее домогательствами. Участницы протестов называют этот приговор недопустимым. По словам представительницы движения феминисток, это было не домогательство. В приговоре много нестыковок, и мы видим, что правосудие все еще остается патриархальным. Суд винит нас и нас не защищает. Это так глубоко в нас сидит, нам кажется настолько естественным, но это ненормально, что половина населения живет в страхе, боится ходить в одиночку. Это ненормально, что кто-то должен вас сопровождать, когда вы возвращаетесь домой. Суд приговорил 5 фигурантов дела к 9 годам лишения свободы. Протестующие собрали более 1 000 000 подписей по требованиям отставки судьи за некомпетентность. Прокуратура обещала обжаловать приговор.